Всем привет! Сегодня покажу, как сделать вкусный и сочный фарш. Готовится он проще простого, очень быстро и легко. Ингредиенты я, как всегда, оставлю в описании под видео. Ну а вы сразу подпишитесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не потерять рецепт. Самый вкусный фарш – это микс-фарш, приготовленный из нескольких видов мяса. Я всегда готовлю из говядины и курицы или индейки. Говядину я нарезала на небольшие кусочки и пропускаю через мясорубку. Теперь точно так же пропускаю через мясорубку куриное филе. Чтобы фарш был вкусный и сочный, пропускаю через мясорубку луковицу. Приправы добавляйте на глаз по вашему вкусу. У меня стандартный набор – соль и перец. Вместо черного молотого перца можно использовать смесь перцев. И будет очень вкусно и с такой вот пикантной ноткой. Теперь нужно все хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты между собой равномерно распределились. Вот и весь рецепт. Такой вкусный фарш подойдет для всеми любимых сочных котлет, тефтелей, фрикаделек, мясных рулетов, пирогов, пельменей, хинкали, чебуреков. В общем, для всего, чего вы пожелаете. У меня всегда фарш очень вкусный, нежный, сочный и нежирный. Готовьте фарш самостоятельно. Много времени у вас это не займет. И его качество будет всегда на высоте. Всем пока! Благодарю за просмотр. Подпишись и поставь лайк.